за сегодня. Уже два. А может быть, а не может. Плывем. Идет дождик. Пасутся здесь полуторники, ребята. Из маток. Весов. Женька пасет. Хорошее место по ту сторону река. Проходная. СМС Улянбар. Нормально. Лагашкар. Айвидисов. Дождь идет. Я всего лишь дождевичок. Удобно вот так накрылся. Все. У меня и попа сухая, и ноги сухие. И все, езжу в скафе. Все здесь смотрю. Уже за сегодня, друзья, уже 29-30 километров. Катал под дождем. И нормально себя чувствую, отлично. Слушай, вот мне все. Гаси там веточка. Мне все нравится этот аппарат. Вот. Он вообще кайфовый. Вот. Кайфовый он. Вообще плевать, где ехать, как вообще. Ты вот уверен, что ты нигде никогда не застрянешь на нем. И у меня наш семейный друг один есть такой, который купил его раньше семье. И в разговоре с ним я ему говорю, что как там Рафилов? Он говорит, блин, трясет что-то так сяк. В общем, и что-то у меня перепало на него. И слушайте, я езжу по полям и прекрасно вообще. Ничего нигде не трясет, на самом деле, нормально, то есть терпимо на нем можно ездить. То есть для дела вот такая техника. Такой тут все подогревы, подогрев сиденья, ручек, удобно вообще. Кофры огромные, кофры здоровенные. Вообще с собой можно. У меня здесь лебедка лежит, бензопила. Все там. Короче. Дождик идет, погода дрень. А с другой стороны. Лошади хоть. Как-то так. Ну все, я уж все объездил, все посмотрел, поеду домой, наверное, тихонечко. До дома еще 12 км шпилить отсюда. Ну это все нормально, все в порядке. Вообще красота. Тетеревов видел, уток море. Беркута видел, зайца видел. Поехал я домой. Мне нравится на этом квадрике, что тебя вообще не парит. Вообще не парит. Где, как, чё, а может быть, а не может. И он едет, ему вообще пофигу. Такой запах, да, Олон? Ой, вот вкусно пахнет. Сосенки молодые. Здесь попьем. Опа. Хорошее место. Привал, Олон. Я без носков. Достать тебе сапожки надо, да? Да. Сейчас, давай. А, сапожки здесь же, да? Палки. Камешек какой. Какой запах. Запах шикарный, действительно. И красота. Мы сегодня с Ашкетом гоняем. Ой, песня. Так я люблю это место.
А такое красивое, блин. Да? Сынок, нравится тебе это место? Да, вот. Ездим на монстр-траке. Слушайте, ну на нем вот мы сейчас приехали, это авангард. Вот здесь авангард внизу. Мультиляк вообще далеко. Короче, вот вообще пофигу. Вот где тебе ехать, как ехать. Плевать просто. Вот просто есть цель, и ты едешь к ней. Классная штука, на самом деле, блин. Еще вот на душе такой этот, что это у нас делают, в Уфе, блин. Вообще молодцы ребята, красавцы, кто вообще всю эту тему заварил, кашу придумал. Вот такого красавца. Они нам сделали ценник. Вот сейчас ценники поднялись, как бы нам он в полторашку обошелся. Вот. Чай. Нифига себе. Это что такое? А, это же вяз. Нет, Улом, это же вяз, это же не это. Не смородина там. Я думал, ты. Я вообще на малину сперва был, похоже. Думал, ты малину собрал. У нас это ящик техничка. Здесь боекомплект. Здесь гуманитарка. Там все инновационные технологии. Здесь у нас еды полно. Купили новый агрегат. Вообще отлично. Швеллерочек. Поднимается все, да? Не продемонстрируешь? Короче, поднимается все аж вот так вот все. Вот все задирает. Вот этот швеллер на уровне сантиметров 60 задирается от земли. То есть можно почистить. Короче, все интересно. Там просто бороны едут. Вот так лежит лес хвойных пород. Лежит он с прошлого года. Мы находимся сейчас в Татиманском лесничестве. И вот именно в этом коридоре, вот он, видите, на гору пошло. Вот в этом коридоре в том году был сильный ветровал. Очень много-много упало хвойных пород ветровалом. Вон в том лесу. Вон. Возле Октябрьского. И вот так вот все побросали. Кто на что гораст. Ну, до конца никто не вылез, хотя хороший деловой лес лежит. Ну, это, конечно, не деловой, но на стропилы какие-нибудь пошло бы. Вот у нас кому надо, не дают. А у кого есть, тому не надо. Ну, или не может. Может, надо, но не может вывести. Нет мощностей. Да, Улом? Километров на спидометре. Нормально идет эксплуатация от лета. Производство улица Пугачева 300. Обзор классный вообще. Утопить его я вот уже за 226 километров по бездорожью, я его еще утопить нигде не смог. Вот. Но в принципе не тонет. Он по воде ездит, переплывает водные преграды спокойно. Вот. Такая штука. Лошадок гоняем немножко тут. Нет, раньше хорошая дорога была, когда я Калинки только встречаться ездил. Я здесь хорошо сотку мог ехать спокойно, а сейчас карнашпаном ушатали все. Вот и леса нету, и дорог нет. Вот лес, какими территориями выпиливается. Шкет очередной раз уже за сегодня, четвертый раз скидывает массу.
Держим путь домой уже. Уже пошел 91 километр. Еще до дома где-то 20. Вот. Немножко плечо устало правое. А так нормально. Плывем. А куда плывем? Он плывет. Глубина конкретная. Пруд уже переплыл почти. Чуть-чуть остался. Вот тихонечко такие гребет. Даже можешь ничего не делать, но тихонечко плывется. Лопасти какие. Сейчас заодно зацепится, поедет. Повеселее будет. О, похоже, цепляет за берег. Колеса слабые, спущенные, похоже, колесо. Вот просаживается сильно. А вот этот левый бок не просаживается. Но есть минус ободрыша на самом деле. Поэтому я и заказал резину заводскую полноценную. Вот. Так, берег больно крутой. Так. Смотри, на крутой берег как выезжать, оказывается, не это. Не, нормально. О, блин. Даже как бы это, с непривычки очково. Немножко вот так намокнет. Газу дашь и ремешок. Нормально. Прикольно. Конечно, это авто тоже. Не очень. Только другие снять. Да ладно. Какие есть? О, клещи, да? Да, коренные клещи. О, вот клещей много. Вот сейчас по стрельбе, они это... Попадутся немного. У нас два дня стрижка овец. Такая гора шерсти. Кому нужна шерсть, можете забрать. Арсен у нас бухгалтер, да? И подает кто? В лоток. Кто подает? Женька? Вдвоем он, в этом. Такие вот машинки. Ребята профессиональные. Работают по выезду. Да, Магафур? Да. По всей Башкирии ездишь? Нет, по всей России. По всей России прям? По всей России ездишь. Короче, вот такие машинки у них. Серьезно все. Женя самый, наверное, счастливый человек, да? Ты понимаешь, вот это все тебе бы пришлось стричь с Арсеном, да? Как вам повезло, это точно. Что есть такие ребята, вот, которые приедут, за вас всю работу сделают. В большинстве случаев проще нанять, чем отвлекать свой персонал на такие работы. Быстрее. Время сегодня самая дорогая валюта. Балбесики. Красавчики.